целях оздоровления оперативной обстановки, принятия мер по обеспечению законности, правопорядка и безопасности, а также ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 16 января текущего года до особого распоряжения на территории Актюбинской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». При проведении ОПМ особое внимание уделяется на недопущение преступлений в общественных местах, раскрытие преступлений по горячим следам в дежурные сутки, а также выявление незаконного ношения и хранения запрещенных предметов. Вместе с тем увеличены и усилены наряды патрульной полиции. Также сотрудниками полиции ведется проверка арендных квартир, гостиниц, хостелов, а также дачных массивов.